Привет, друзья! С вами снова Викс, и я продолжаю играть в игру Анна 1800. Проходить сюжетную кампанию. По баблу у меня нормально, все люди довольны, бухло идет. Ну, кстати, бухло там на грани, но тем не менее. Тут чувак предлагает мне сопроводить корабль. Ну, вот я не знаю. А у меня особо-то и нету кораблей. Ну, давайте, ладно. Подойдите ближе, чтобы сопроводить... Ага, тут судно, да? Я успею там? У меня остается еще фрегат строится. Я думаю, чтобы успеть это с ним. Так, а пока что у нас тут? Нитки пошли. Это хорошо. Можно затарить вот этими вещами. И отправить на продажу. Так. Тут кораблик стоит. Можно купить. Эффективность порта плюс 10%. Зерно, хмель, картофель, это перец. Можно получить 5 тонн каждый раз, когда включают сделку. Все торговые посты. Давайте. Так, дополнительный доход. А это что такое? Плюс 3, повышает. Так, жители обеспечивают. Мистер Ратуш. Жители обеспечивают дополнительный доход от следующего источника пива, шнапс и листья. Вот это интересно, кстати. 6 минус 2, и это зимунта минус 20. А тут что, за это снижение? Вот эту куплю штуку. И вот эту куплю. 30 тысяч пойдет. Так, все, поехали. Пока сюда поставлю. И заодно можно флотом поехать будет. Тут что такое? А, лес негде сажать. Или незачем. Негде, скорее всего. Если вот тут его сделать. Доски я и доставить могу. Так, вероятность бунта минус 20, да? Что у вас можно забрать? Сейчас в город поеду, заберу вот эту. Поехали. Так, а я с вами поторгую, заберу. Так, тут ткань мне не нужна. Доски заберу. И нитки. Доски я продам. Нитки я подвезу. Так, корабль построился. Отлично. Так, вот сейчас можно его будет снабдить чем-нибудь. Ships don't really interest me. Так, в портовой канцелярии есть что поставить? А, ратушу мне нужно сделать. Но ратушу пока не могу сделать. Стекла только делаются. Но завод пошел. Делать. Где они? 4. Так, ну для ратуши, кстати, между прочим, нужно место освободить. Она маленькая. Нужно тут ее бомбануть. Сейчас вот это я перенесу товарища. На отшиб. Не повезло. О, а тебе можно в эту, чтобы что, тетка, дипломатия. И что сейчас увеличится? Ух ты! Сразу так увеличилось. Так, рыбы не хватает, прикиньте. В какой-то веке у меня начала посадка по рыбе. Ну, в принципе, это не проблема-то. Сейчас только я удалю. Так, у меня крестьян не хватает, кстати. Так, корабль приплыл. Это что такое? А, это фрегат. Так. Дальность атаки. Ой, стоп.
Так, ты скидываешь вот это все добро. Так, ребят, собирает. Так, дальность атаки 10%. Установить сразу. Тут еще есть дальность атаки 5%. Есть 7%. Минусов нет у нее. Так, защита. Скорость передвижения. Минус 10, зато прочность. Вот так вот. Так. Ты берешь трубу. И защиту. Все, флот готов. Ай. Так. Сюда едем. Недалеко, кстати. В составе флота едут. Ай. Так, хмель выгружаем. В ратушу посадим мужика. Вероятность бунтов понизим. А тут что такое? Жилздание. Жители обеспечивают заплатить доход от следующего. О, ленте, 1400. И вероятность бунтов. Отлично. Ратуша вообще просто меня радует. Нужно будет еще одну поставить. А оно того стоит. Так, что у меня тут дофига? Дофига чего продать там можно. Доски пошли в минус. Так, одежда. Одежда держится. Ну, кстати, можно еще поставить, чтобы одежду делали. А, у меня не хватает этих жителей. Жителей не хватает. Это засада, засада. Рабочих хватает, всех хватает, а вот жителей обыкновенных не хватает. Так, для начала этот дом нужно куда-то вынести сюда. Так. Ой, не то. Так, надеюсь, фермеров хватит. Что там, пацаны приплыли? Attention for the admiral. Давайте. Мы готовы сопроводить, сэр. If I must be a good citizen, so must you. I... Странно. I know where you live. Давайте ближе к кораблю, чтобы начать сопровождение. Куда уже ближе? Keep an eye to the horizon. Алло. Так, скорость не нужна, я так понимаю, да? Stations. So brave and so many lives saved. Все. Да, интересно, он намылился. Ну ладно, пускай. Два корабля его сопровождают, так что выживет в случае чего. Так, тут что? Люди все равно недовольны, потому что не хватает чего? Бухла. Кстати, вот тут можно поставить. Уничтожите фрегат. Но это потом. Или... А, я не это самое. Атакуют. Давайте. Готов. Дальность вообще рулит. Корабля просто ничего не остается. Fleet ready. Кстати, а у меня есть свободные слоты, да, у этого этой штуки. В случае чего, если что подобрать. Так, и там еще фрегаты эти. Нездоровые. Кстати, а тут фрегаты-то тут тусуются. Ах, вы падлы.
Так, мне нужно, знаете, что быстро поставить? Порт. Ship under attack. Так, мужика сразу сюда. Game set. Так, корабль уплыл. Вот уплыл. Это я не ожидал. Это еще строится. Ха, ну его потопили. Ублюдка. Ушел. Отлично. Стирсман. Так, тут надо уже начинать эти ремонтные доки строить. Всякое такое. Нибудь вот этого поставить тут. Так, тут что у нас? Опа, опа, опа. Огонь! На поражение. Ship under attack. Давайте. Офигительно отъезжает, если честно. Просто как не себя. На этот атакует. Все, хана ему. Что-то осталось. You can rely on us. Забираем. Так, а ты продолжай это самое. Охранять. А, не, на спидах у нас ты. Stations. Ты давай иди охраняй. Хотя я тоже на спидах. Все. Это спиды получше будут. Все. Охраняем кораблик. Так, это я перенес. Тут что я хотел построить? Ремонтный док-то. Портовую канцелярию? Нет. А, я пока не могу построить. Ну ладно. Ладно, ладненько. Так. Что у нас тут? Фермеры есть, все есть. 1500, все довольны, да? I feel... Ну, почти. Unfulfilled. Oh, yeah, talk of the privileged. О, шнапс пошел, шнапс. Да, 116, отлично. И растет вообще. Ready for assignment. Колоссальными темпами. Давайте. We assist however поехали, we отвезем сюда. Так, а тут можно... Где эта штука? Лучше. И построить еще хмель нужно. Плантации хмеля. Что там довезли корабль-то? Так, а тетка еще что-то хочет дать. И вот это тоже хочет дать. Берем. Нифига себе, листовка о празднике урожая. Прикольно. You are too kind. Так, потерпевший кораблекрушение. Это вот там, да? А вот тут тетка хотела что-то дать нам. Ну, было все. What's down in the hold is my хотела, concern. Уже придумала, not yours, dear. Азиатка что-то хочет дать. А dragon chill. Тоже какие-то праздники. Обломки. Ага, обломки потом можно этих взять. И повезти. Окей. Нейтральный персонаж. А, это по квесту, по основному квесту. Основной, ладно, потерпит пока. Что доставили-то, пацана-то?
Have your investigations been so, a law abider? Так, что я могу у тебя купить? У тебя могу купить. Just how is your conscience? Стоимость строительный ремонт 300%. А, это портовая канцелярия. Замедление загруза минус 20. Рабочая сила. Жемчужная ферма. Минус 50. Рабочая сила плюс 15 влияет на жилые здания. Ратуша, вероятность заболевания плюс 20. Зачем мне больные люди? Дальше пойдет. Так, ладно. Поехал я собирать. А где мой второй корабль? Так, ты. Ну все, вы довольны должны быть. Я вам привез шнапса просто не в себя. Теперь вы должны просто ликовать, не знаю. Восхвалять меня. Как вашего благодетеля. А я пока у вас заберу. Что у вас можно забрать? Хмель есть у вас? Хмели мало? Не так много. Нитки заберу. Have you heard the expression, a stitch in time saves nine? Так, мне нужен этот... Так, вот ты нужен мне, да? Да. Ты идешь сюда, к этому чуваку. Ты все подобрал? Stations! Возвращай. Сюда кораблям задание раздал. Так. Ты давай так. Your pleasure. О, паруса 75. Заметение загруза. Ну такое, не очень. Majesty will soon be mentioning you. О, можно купить у нее кораблик. Во, вот такой корабль нужен на этот самый. На путешествие. Продается. 2500. А куда уплыл? А, наверное, надо это, чтобы это корабль был какой-то. Так, а что можно тут? Тут продажу, кстати, можно. Доски хотите покупать? Ну, рыбки могу немножко продать вам. Одежды могу продавать. Шнапс нет. Это я не буду тоже продавать пока. Так, что тут? Тут люди терпят кораблекрушение. Чего у меня много? Досок много. Доски уходят с молотка. Так, а я пока между делом... Чего не хватает? Пушек. Это плохо. Ну, нужна сталь. Стали у меня две. А пушки что делаются? А, ну то есть стали делаются. Давайте. Буду корабли выпускать. Так, рабочих хватает? Да, по деньгам пока тоже нормально. А, отлично, 40 тысяч. Так. Мне тебе нужен мой фрегат. Your artistry has borne fruit. My family extends its warmest appreciation. Ready the rope. The royal seal upon it. Хотя может тут купить у этой тетки что-нибудь. Don't touch. Место используется в музее. Привлекательность плюс 10. Армия. Не, пока у тетки покупать нечего вообще. Schooner reporting. Duty done. Time for a kip. Так, поехали, наверное, на остров пока сюда. Fleet on route. Так. Не так дофигище просто. Я могу построить еще производство одежды. Раз не так много.
чего бы не построить. Game save. Так, а где мой этот самый основной? Вот он. Так, ну защита не нужна. Ремонт. Скину, наверное, защиту. Ремонт поставлю. Так, поехали собирать барыг. Кстати, а с этой теткой так и не подружились? 75, кстати. А, может это... Предложить подарок, запросить задание. I've given all my work to my urchins. Предложить подарок. Отлично. Польстить. 77. The richer the deal maker, the poorer the deal. Не хочет. Ну, нет и нет. А ты чё? Восемь тысяч. Не. Восемь тысяч. Дороговато. Дороговато. Так, все корабли в пути, да? Я бы прибыл. What makes you think I trust you? Сколько тебе эта штука стоит? Цена покупки 4000 продать. Так, 31. Самостоятельный ремонт. Огонительное орудие. Флот, армия. Это куда? А, это бонус экспедиции. Кто-то пойдет. Штука. Увлекательность. Что за книжка? Отлично. Steady her course. Sometimes you just have to take a cudgel to other people's heads. Теперь никто ко мне тут не подъедет. Нахрен мы кобыли. Чё по кирпичам? Дайте я построю портовые эти набережные. Красивые. Not too many changes, I hope. Так, газетка, что у нас тут есть? Крупное морское сражение. Неудивительно, что масштабное морское сражение стало главной темой для... обсуждений здесь и за рубежом, ведь итог этой битвы может стать определяющим в продолжительном конфликте с нашими соперниками. Пока же исход-то не ясен, мы должны сохранять веру. Угу. Почему я не могу редактировать? Вот эта штука появляется, а редактировать нельзя. Ну ладно. Корабль продан. Сэр Арчибальд Блейд покупает у вас корабль. Добрый путь. Прикольно. Так, займусь пока портом. Я смогу вот так, например, сделать. Сколько это мне будет стоить? О, слушайте, прикольно. Если вот этот, например, перенести... Ой. Да, его можно прямо вот так вот сделать. Отлично. Пускай пока тут стоит. Чё, кирпичи нету, да? Сейчас появится. Так, ты собрал одного, давай остальных. Так, ну отвезем. New orders. Так, кораблики, кораблики, кораблики. Забираю вот это. И вот это. И отвожу сюда продавать. A warden has plotted. Так, ты забираешь. Мне шнапс пока не надо. Давайте полтинник. Ну и все. И сюда. Стизмен. Так, что можно забрать? Вот это и вот это и продать. Adjust the sail. Так, я хочу купить корабль. 15 тысяч. Кстати, а у этих не продаются? Ни у кого? У тетки, например. Не. А у этой... Нет, не стоит.
Мне с двумя слотами. А, ну есть такой вот с 20 тысяч. Ну это такой же я себе могу сделать. Собственно, ничего меня не ограничивает. Ячейки для груза, ячейки для этого. Ну ладно, давайте вот тут такой. А, ну мне пока-то не нужно, я пока экспедиции-то не это. Чтобы в экспедиции, что надо? Карта мира. Я что-то не помню. Так, 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 так. Frigate first class. Скидываем, скидываем все добро. Шнапс, 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 шнапс. Пока не нужен. Доски. Такое. Парусина не нужна. Ну, пока все в достатке, на самом деле. Чему я очень рад. Так, тут что у нас? Заводы, заводы. Заводы по производству пушек работают на всю. Кстати, а что по стали-то? Сталь 147. Да, значит, знаете, что нужно еще завод построить по производству пушек? А угля, кстати. Угля тоже 150 на глаз. You're back? Tell me everything. The happiest possible thing. Деньжатки, деньжатки. Так, ну и что? Я еду, наверное, сюда. К этому кораблю. А, не, говорите, к маяку мадам Кахима. А то что за корабль? Ну ладно. К маяку, так к маяку. Так. Шнапсик у меня пошел в плюс. Могу барыжить. Шнапсиком. Могу придавать вот эти. Так, ну доски, само собой, они продаются по умолчанию. Парусины. Парусина продается. Тоже продается. Пушки не продаются. Мыло. Немножко можно продать. Стекла пока не нужны. Вот так вот. Так, а зачем мне нужны были стекла? Ремесленники. А, мне нужны консервы. Ох, ё-моё, тут чё? Железный рудник. Кухня. Так, а перец у меня есть? Да, перец, кстати, есть. Мясо производится. Мясо. Плантация перца. Блин, и где все это строить-то теперь? Ну, тут и можно, конечно, сделать. Пусть интересно, плантации перца. Вообще как? Что из себя представляет? Ага, тоже такие же. Если я перебью. Возможно? The locals say that trading ship over there. Чё, 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 чё? Охранять опять корабль? Следовать за кораблем. Блин, ну на это дело надо было еще этот. Давай тоже. На поддержку. Так, чё могу построить? Еще могу построить. Хорошо. Так, 900. Ферму-то построил. Удача отвернулась от нас. Почему? Тут из головы мадам. Каким снабжает убийца, надо проверить. Не понял.
save. Так, ладно. Alas, my bowels churn. Righty-ho. Поговорите в пути клиперманы политические. Скуна reporting. All in her majesty's name. The royal seal upon it. Давайте. Подберем. Так, хмель появился, отлично. У меня начал заканчиваться. Так, доставьте пункт назначения 5 золота. 5 тонн золота. Да. Блин, тут могут напасть. Опасно. Сколько, 29 минут. А где мой этот еще фрегатик? Нет, не тот. А, вот как раз он мне нужен. Иди сюда. А ты давай как раз к мадам поедешь. On our way. Все. А тот его прикроет, если что. Надеюсь, не убьют. Ready for assignment. Так, давай сюда. Так, я думаю, надо торговый маршрут уже, наверное, один поднимать. Так, вот ты кто, как называешься? То-то. Торговец один. Пускай так это будет. Все. Так, давайте торговый маршрут сделаем. Итак, создать торговый маршрут. Фрахтовый. Зафрахтуйте корабль, чтобы перевозить товары между вашими островами. Маршрут оставил, чтобы перевозить товары или товары им. Выбрать порт для погрузки. Выбрать товар. Нет, давайте создать торговый маршрут. Так, для начала корабль. Торговец один. Ага. Итак, значит, отсюда я буду, чтобы погрузить, что я буду грузить? Вот это, принять. Все, мне этого хватит. Дальше, сюда. Выгрузить. Погрузить. Принять. Сюда, выгрузить. Так, ждать полные загрузки. Полные погрузки. Ага. Все. Маршрут создан. Шнапс. Her Majesty has little patience. I'd skip to it if I were you. Так, тут нормально сопровождает. Скуна reporting. Куда ты плывешь? А, ну, в принципе, правильно. Тут что? Тут что? Ага, тетка. Так, ага, я проследил, ничего нету. Значит, я тоже еду сюда. К этому. Надо выяснить, кто там мутит воду. Опять тут бунты. Ship under attack. Так, кто напал? А. Значит, я тупо распотрошу. Ты что, не это самое не понял, что ли? Вася. Валяется бочки. Так, вот он подплывает, мой кораблик. Прикольный островок. Так, ты чё тут стоишь? Ничего не делаешь. Пушки есть. Так, корабль строится, да? Еще можно один поставить сразу. Благо, пушки есть.
Так, хлеба. Ага, вольные хлеба у меня заканчиваются. Хлеб заканчивается, начал, да. Ship constructed. О, кабель построился, отлично. Так, а тут чё? Не хватает зерна. Кстати, тут можно повозки улучшить. А зерна действительно не хватает. Давайте я принесу пока сюда. И построю еще один зерно. Фермеров там не хватит. The locals say that trading ship over there belongs to a stranger. Известно, что этот корабль им знаком, может, это и есть поставщик. Сейчас, погоди, мужик, не до тебя. С хлебушком проблемы начались. Well, that certainly settles the stomach. Сойктон. Что такое? Ready the ropes. Сохранять расстояние. Ага. Так. Might sparring bring your focus back? Что он сказал? The locals say that trading ship over there belongs. Someone supplies the murderer from Madame Kahina's harbor. We should investigate. Ну, еще один корабль уходит. Stations. Так, тебе доставить нужно дерево, да? За этим слежу. Так, а ты давай сюда. А ты здесь нахраняешь, конечно. Такс. А мы следим за этим. Кто такой? Едем, едем, едем. Далекие края. А тут что? Просто корабль плавает. Стой, 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 стой. This would be an excellent spot for a base camp. Such impressive foliage. And I have you to thank. Что она хочет остров где-то основать? A competitor raised a settlement. А, она тут. Да и пускай. Я вон там захвачу. Где мой фрегат? О, давай, 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 давай. Газу, газу, газу. Don't blame yourself. Блять. It was not to be. Тупое, тупое задание. Следить. Ладно, иду сюда. Someone supplies the murderer from Madame Kahina's harbor. We should investigate. Так, тут эти приехали, все сдали. Had a rip-roaring time of it. I am quite penetrated by your kindness. Цены минус 5%. Окей, окей. Что тебе можно купить? Парус. Счастье, вероятность бунта плюс 20%. Флот. Поехали сюда. Так, у меня там корабль построился еще один, да? You can rely on us. Давайте его продадим. The locals say that trading ship over there
Game save. Так, ну давайте себе следим. Кстати, я могу подать пока по-бырикому. Камыша. The Emporium Exotique doesn't open its doors to just anyone, you know? Да, но надо, получается, оставаться в зоне этого корабля. Давай, это не так легко, как кажется. Рынки и банк. Затраты на содержание плюс 5, привлекательность плюс 5. Уже флоты ездят. If you want to get ahead, keep on the move. Ship constructed. Просто корабля кончена. Продать за черепанец. Ништяк, так. Где я там плаваю-то? Нормас. Еще в зоне. Как он плывет-то? Спешим, не спешим. You've always been a sharp one. Все хуже относится ко мне. Но это, походу, моя самая лютая конкурентка будет. Офигеть, кораблей плавает-то. Чё-то кораблик выплыл. Ready the ropes. Taking the initiative. О, еще один продам. The foul scent of a killer. We cannot let him escape. Корабль отца. Это ведь корабль убийца отца. Who have we here? Samuel Good's child wants to go down with your father, do you? Кто ты такой, чудовище? Ё-моё! He freely admits to his crime. Get him! Свободен. Тогда найдите себе обломков что-нибудь ценное. I was just a spark. And the touch paper is already lit. Нашел. Дневник вашего отца. He is dead. It cannot end here. We have no answers. Нет, он умер, как мы остались без ответов. Я был арестован и брошен в эту серую холодную камеру. Дневник отца, скорее открывай. Quickly, what does he уже открыл. Серую холодную камеру. Единственное, что я сейчас понимаю, это то, что мой остров Росперити был продан. Завтра я снова пытаюсь поговорить с мистером Хмурсом, который сегодня не дал мне возможности объясниться. Нужно постараться заснуть, но я не могу думать о моих детях. Да, понятно. Какой-то мужик. Окей. Так, послушное дитя. Достать дневник, мадам. No doubt father thought this symbol germane. If anyone can interpret it, Madame Kahina can. Ладно, везу тебе дневник. Так, тут что у нас? A lustrous jewel in the crown. Так, тут теперь у меня ходит корабль. Ready for assignment. Толкает, продает то, что надо. Так, у меня еще есть торговый кораблик.
We assist however we may. Давайте скину вот эту вот хрень. Так, ты давай сюда идти. Забери все, что можно. А ты тут забери, что можно. Например, вот эту хрень. Вот эту, кстати, уголь. А, ну все-таки два. Поехали сюда. Так, я могу еще один построить корабль. New orders. Так, ты что отвезешь? Уголь. Сосисоны пока нет. Ах, хмель. Ну, давайте тоже отвезу, ладно. On our way. Так, что у нас тут? У нас тут проблемы. My ambitions exist. Твоя амбиция меня вообще не колышет, мужик. Так, счастливо, да? Вообще офигенно счастливо. Загрязнение завода. Ну пофиг. Ратуша, нормас. Так, вот тут я что-то хотел делать, да все не это самое. Мне не дали. Отвлекли меня. Отлично. Так. Пошло делаться перец какой-то. Горячие перчики. Так, теперь мясо. Какой-то... А, тут надо еще железный рудник. Железный рудник, железо-то есть. Это железный рудник, да? Так что с железом у меня проблем не будет. Доставят. Чего? Кухня. Кухню можно поставить. Ну и производство... А, тут еще и тут стоят. Дома разрушены. Производство и мясо. Надо же как-то поставить. I can tell you're searching for something. The mark of the Perforion. This sign of fire is reserved for those they wish death upon. I never knew your father was mixed up with the Perforion. A grave malevolence. Так, нужны рабочие. You may be wild, child, but don't go to the new world. Don't rouse the dragon from its slumber. Так, с хлебом голяк пока. The diary may not be enough in itself to convince Sir Archibald, but it may give him food for thought. Ship constructed. Нет склада. О, убийца Самуэля Гуда. Your people are willing to fight. Так, подождите, подождите. Убийца наследник Гуда выживает убийцу своего отца, который едва ли действовал в одиночку. Ходят слухи, что он связан с неким культом. Дневник отца маяк сэра Арчибальда Блейда. Things, better, duty done. Time for a key. I can finally let go that pent-up gas. Fleet ready. Так, поехали на маяк доставим. Taking the initiative. Excellent. Tolerance, sympathy, understand.
Так, что там у нас такое? Game save. Нужно хлеба, хлеба, хлеба. Вольный хлеба. И нужно, знаете, что еще? Склад. Потому что все же... на пределе. We lack the requisite materials. Так, нужна... А, подождите, мельница. Склад, склад. Муки-то есть? Мука есть, да. It's a surprise inspection. Ну, вроде нормас. Сейчас хлеб должен пойти. А то народ начал даже немножко это жаловаться. Хлеба не хватает. Не полностью удовлетворены хлебом. What is it you are bringing? С чем пришли? Это символ угрозы, ее величество тоже получил такой же конверт с маркой колонии. We still don't know how your father was involved in all this, but I fear the answer lies west. Stations. Your father sold prosperity to the leader of the rebels, Isabel Sarmento. Make sail! Sarmento's last location is all we have. We need to plan our expedition route carefully. Прикольно. Ну, это уже, друзья, в следующий раз. На этом, наверное, я буду заканчивать. Экспедицию в новый свет я уже начну. Кстати, куплю вот в следующей серии новый кораблик. Снабжу его всем и отправлю в экспедицию. А на этом, друзья, я закончу. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставить лайк под видео. Ну и заходите на наш сайт. Всем удачи, друзья. Всем пока.